прошла 2-0. Футбольный клуб Минск впереди в матче с Минским Динамо. 3-0. Какая же красота. Это просто фантастика. 3-0 у нас в первом тайме. Ну, здесь небрежно, опять же, и защитники, и Максим Плотников. Нет, а Мазыряне. Хороший удар, штанга, добивание! Грибовский забивает. Я думал, все-таки, может быть, положение вне игры было. Небольшой такой, небольшая заминочка, но, тем не менее, забивает он. Забивает Грибовский после... Хлемончику нужно до конца доигрывать, вновь его проходит... Можно в центр играть, Грибовский, и 1-0. Ну, вот на самом деле даже 0-1. Да, первый момент на самом деле у Смолевичи, у ворот Смолевичи. И прямо сейчас Минск наказывает на самом деле оппонентов. Не знаю, как игра, но фанаты Белшины однозначно. Здорово. 2-1. Грибовский. Нет положения вне игры. Дмитриев указывает на центральную линию. Хорошая атака. 1-2. Точнее, 2-1 в пользу хозяев. Тренер Минска — это Вадим Скрипченко. Очень неплохая подача, удар по воротам. И есть забитый мяч как раз-таки под оглашение стартовых составов играющих команд. Роман Грибовский вот так как-то спокойно, буднично забивает этот мяч. Немного даже торпедовцы, что ли, не включились. Играл при Андрее Разине. В первом круге. Посмотрите, вышел на поле Грибовский и тут же отличился забитым голом. 2-0. Вот именно этого пазла не хватало футбольному клубу Минск, дабы сложить всю картинку сегодняшней встречи. Удваивают преимущество хозяева.